Другим темам. Через 2,5 года в Новосибирской области не останется цифрового неравенства. Мобильная связь и интернет должны прийти во все населенные пункты, где живут больше 250 человек. Пока без связи остаются 63 деревни. Следующий этап – населенные пункты, в которых живет немногим больше сотни человек. На сегодня это одна из главных задач по развитию цифровой экономики в регионе. Вообще векторов действия несколько. Это в том числе подготовка и переподготовка кадров, например, IT-специалистов на базе колледжей и техникумов. Через несколько лет многие из профессий, существующих сегодня, изменятся или станут дистанционными. К этому переходу нужно быть готовыми. Перемены ожидают и работу с документами. Уже сегодня большую часть бумаг можно оформить, не выходя из дома, через сайт госуслуги. Задача цифровой экономики в том, чтобы максимально упростить и эти процессы, и минимизировать сбор справок. В этом направлении у Новосибирской области, у Новосибирска, совершенно, так сказать, отдельная уникальная роль по ряду направлений. Мы можем стать тем самым регионом, который будет помогать и другим регионам, областям цифровизоваться. Это не только касается Сибирского федерального округа, где мы признанные лидеры, на нас все обращают внимание. Это касается практически там, любых регионов Российской Федерации. И в том числе опыт и бизнес-опыт успешных IT-компаний Новосибирска, я думаю, что совершенно на новой волне, на новой ноте будет транслироваться в другие регионы.